4 и 5 ноября в манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» прошли всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Ермака», приуроченные ко Дню народного единства. Около 100 спортсменов из 12 регионов России состязались в 9 весовых категориях. Спортсмены высшей категории едут сюда выполнить звание, почетное звание мастера спорта. Поэтому бои очень конкурентно способны. Все знают, что сюда на обкатку никто не едет. Сюда едут за результатом. И уровень постоянно растет. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства. Болельщики увидели яркие, напряженные поединки. Проходят очень хорошие соревнования, всероссийские, мастерские. Тут местные бойцы очень хорошие. Сюда приезжаются все сильнейшие ребята, чемпионы России, мира, Европы, первые номера. Очень конкурентные бои. Мы работаем также в партере, как и в стойке. У нас как бы мы получаются универсальные бойцы. Мы везде чувствуем себя комфортно. Вот. У нас нету слабых мест. В финале отлично выступили бойцы Омской области. Спортсмены завоевали 4 золотые медали. 2 поединка завершились досрочно. Хунан Кара Кижиктик победил болевым приемом на руку, а Александр Подмарев финишировал соперника серией мощных ударов под занавес первого раунда. Также в активе наших бойцов 4 серебряных и 7 бронзовых наград. Сборная Омской области выиграла главный командный трофей – Кубок Ермака. Мы в первую очередь получаем большой опыт. Что может это доказать? Это может доказать результаты наши на первенствах России, на чемпионатах России, на Кубках России. То есть мы уже, у нас есть победители Кубка России. Да, есть призеры чемпионата России взрослого. По детям мы давно уже входим в тройку на России. Я считаю, это показатель. Второй командный приз завоевали бойцы Свердловской области. Они выиграли 2 золотых, 3 серебряных и столько же бронзовых наград. Третье место заняли спортсмены Новосибирской области.